Здравствуйте. Все выходные и отпуска мы очень любим проводить на даче. У нас раньше был другой кран, было очень неудобно регулировать воду. Вот. А очень часто после прогулок собака у нас грязная, вот, руки тоже грязные, и, соответственно, кран был весь грязный. Здесь же все намного упрощается. Кран абсолютно всегда чистый, на нем не остается никаких следов. Вот даже можно попробовать, да, и все исчезает сразу же. Что еще, Захар, тебе нравится? Расскажи, как ты моешь собаку. Мне нравится то, что не разбрызгивается вода на отопительные приборы. Да, вот у нас еще плюс то, что вода абсолютно здесь не разбрызгивается. Можно сразу же установить теплую воду. Она вот течет. А просто, да, можно установить выше. И, соответственно, все это даже пальцем можно поднять, либо локтем, если руки грязные после огорода. И у нас вопрос, что рядом с раковиной отопительный прибор, раньше на него все разбрызгивалось, он был весь в воде и мог выйти из строя. Сейчас такого нет, соответственно. И покажи, вот как ты сразу после прогулки запросто, да, одним пальцем можешь поднять рычажок и моешь собачке лапки. Ну, например, я пришел с прогулки, и у меня руки грязные, но мне нужно помыть собаке лапы. Просто Опа, беру да. и начинаю мыть лапки. Она у нас не очень любит мыть лапки. Ну, здесь все просто. Да. И мордочку. И также ты можешь локтем, да, закрыть. Оп, А потом, так, и закрыть. ее вытираю и уже мою руки сам. Да, также здесь идет в комплекте очень удобная система, что можно набрать раковину при необходимости водой. Да, и также легко, оп, и вода уходит.